Мы решили взять огромного паука и забрать с него паутину, чтобы сделать из нее нитки, а потом сделать из нее какую-нибудь одежду. Итак, вот паук, а теперь главная задача – это получить паутину. Вот такую паутину он умеет делать, плести, и Марта начинает потихоньку ее из него вытягивать. Мы собрали очень-очень много паутины, и сейчас будем как-то преображать ее в нитки, а потом что-то шить. Ребят, как думаете, у нас получится?